Итак, типичная турецкая школа, коих много в Турции. Если вы увидите, то вся школа огорожена. Огорожена, значит, проволокой. Дети играются. Видимо, сейчас перерыв. А может быть, рабочий день закончился. Детская школа. Все за решеткой. Хрен отсюда вылезешь. Все закрывается. Кстати, школа, если вы видите, школа полностью закрыта. То есть отсюда выйти невозможно. Только что мужчина передо мной, я не записал, он вышел, значит, перелез через забор. Потому что по-другому его бы не пройти было. Школа закрыта, дети отсюда не вылезут. То есть родители могут быть спокойны за свое потомство, что они учатся и они в школе. Вот так. Вот такая вот школа.